Брудні передвиборчі технології проти члена партії «Опозиційна платформа за життя» та ще одного політика ведуть нечесну боротьбу. Один з операторів мобільного зв'язку надсилає неправдиві повідомлення виборцям в Одесі. В них йдеться про те, що нардеп Іван Фурсін та депутат облради Віталій Саутьонков начебто товаришують із п'ятим президентом Петром Порошенком. Депутати кажуть, це наслідки політичних ігор. У регіоні вони мають чималу підтримку виборців, тому конкуренти не гребують чорними методами. Фурсін та Саутьонков надіслали запити для перевірки мобільного оператора і готують позов до суду. А виборців просять не піддаватися на провокації. К сожалению, мои оппоненты настолько переживают за результаты выборов, что пускаются на самые грязные методы политической борьбы. И вот не далее, как вчера, пошла рассылка, СМС-рассылка, это был спам по всему 139 округу, от города Южного до Захарьевки, до поселка Котовского. Что я могу сказать? Мне печально, что ребята, которые называют себя новыми лицами, занимаются подобного рода грязными политическими методами борьбы. Это доказывает лишь то, что они не уверены в своей победе. А я в своей победе уверен. Хочу обратиться к этому мобильному оператору, чтобы они навели порядок в этих рассылках, чтобы они это остановили. Это в их технических возможностях. Они контролируют эту рассылку, когда им это выгодно. Вы же понимаете, что рассылка используется обычно для чего? Для коммерческих целей. А как же это так, они пропускают такие сообщения в таком огромном количестве с одного телефона, и в это не вмешиваются, и это не блокируют. Рассылку надо заблокировать, остановить. Я понимаю, что оператор имеет технические возможности мониторить, отслеживать это и останавливать. Наші кореспонденти надіслали інформаційний запит мобільному оператору з проханням роз'яснити ситуацію, проте відповіді поки що не отримали. Завтра ми продовжимо тему застосування брудних політичних технологій під час виборчої кампанії.